«Звездные войны. Видения» будет захватывающим аниме-сериалом, который выйдет в сентябре на Disney+. Японская анимация вдохновляла многих в Lucasfilm долгие годы. И нам понравилась идея показать «Звездные войны» в таком варианте. Каждая студия, с которой мы связывались, оказались фанатами «Звездных войн», и у них были истории, которые они хотят рассказать. Когда я услышала об этом проекте по «Звездным войнам», я подумала, что я будто во сне. Я подумал, наконец-то, этого я и ждал. Когда я услышал об этом, я подумал, правда, я могу сделать это со «Звездными войнами»? Мы искали что-то близкое сердцу и душе этих творцов. И это их видение через призму «Звездных войн». В этом сериале будет очень много жанров. Большие, романтические, забавные, комедийные. Это фильм в стиле рок-оперы. Я хотел включить в концепт традиционную японскую культуру гор. Это, в общем-то, история близнецов на темной стороне. Световой меч — это предмет детских мечтаний. Я взял его и добавил к этому немножко японского колорита. Мы пытались добавить к этому немного ретро-стиля, но мы не могли пропустить Астробоя. Людям нравится Астробой. Я был в поисках персонажа-символа, который бы выглядел не как человек. Я хотел добавить в «Звездные войны» немного настоящей драмы. Это история мастера и падавана, которые встретили неизвестного врага. Я счастлив, что я срежиссировал эпизод «Звездных войн» в качестве финальной работы. Нам очень повезло, что довелось поработать с этими людьми. Столько всего есть в японской культуре, что можно было бы показать во вселенной «Звездных войн». «Звездные войны. Видения» очень отличаются в плане повествования от всего, что вы видели раньше, и вам это понравится.